Поступила в аспирантуру, начала писать диссертацию, а написала фэнтези про сказочную страну Эрминтию. Так начался творческий путь белорусской писательницы, которая настолько любит свой родной город, что даже псевдоним взяла – Надея Ясминска. В минувшую среду в Полоцкой детской библиотеке прошла встреча с молодой детской писательницей. Все мои книжки, они для внутреннего возраста, то есть для тех, кто хочет ощутить себя ребенком, допустим, от 6 до 12 лет. Наверное, я и есть такой ребенок, примерно такого внутреннего возраста. Я пишу книги такие, которые бы хотела прочитать сама. У Надеи Ясминской вышло уже 7 книг. Сейчас в ее жизни своеобразный книжный тур по Беларуси и России. Зовут библиотеки, призналась писательница. В Полоцке Надея Ясминска рассказала юным читателям про свою книгу «Восковой волшебник». Вернее сказать, подтолкнула к знакомству. С ее помощью ребята сами определяли пору года, в которую происходит описанное событие, угадывали, кто такой бисквит. Признаемся, когда наша съемочная группа готовит этот репортаж, нам самим захотелось узнать, кто такой восковой волшебник и почему под крышей одного из домов по улице Столетова все время сосульки. Стоит ли говорить, что и дети были в полном восторге? Мне кажется, это очень важно рассказывать нашим детям, которые, возможно, не очень приучены читать, о том, что есть книги, о том, что они интересные. Не то, что они дарят волшебные приключения. Рассказала Надея Ясминска и об авторе иллюстраций к книге «Восковой волшебник» Эльвире Овечкиной. Познакомила детей с героями сказки через рисунки художницы. Надея считает, что только в тесном сотрудничестве автора и иллюстратора может получиться по-настоящему хорошее издание. У меня никогда такого не было, чтобы мне сказали, вот, эту книжку будет кто-то иллюстрировать. Я говорю, ладно, пускай иллюстрирует. Я всегда познакомлюсь с иллюстратором, узнаю, как он видит моих героев. Если что-то не так совсем по сюжету, я стараюсь мягко договориться, условия я не ставлю. Допустим, вот эта книжка «Восковой волшебник», мы с иллюстратором познакомились, и мне кажется, она сделала рисунки, как будто она вытащила из моей головы. Вот точно так же. В беседе с корреспондентом «Саммит плюс ТВ» Надея Ясминска рассказала о детских писателях, книги которых впечатлили ее еще в детстве, о том, почему сказки здорово писать на белорусском языке, о кропотливой работе над фэнтезийным миром, о творческих планах и многом другом. Полная версия интервью на сайте summit.tv. Игорь Полынский, Александр Матюшенко, «Саммит плюс ТВ».